Жабрил Касымов 3 месяца назад пригнал Volkswagen 2000 года из России, но на учет ставить не спешил. Говорит, когда узнал, что растаможка обходится дороже, чем стоимость самого автомобиля, который он приобрел за 1 000 000 тенге, сразу передумал. Хотел поставить на учет у нас в Казахстане. Как посмотрел, что госпошлина у нас больше 1,5 миллиона, мне сказали. И то-то не поставят, потому что она не соответствует к евростандарту. Должен быть там аэрбаг, ну, вся комплектация. У нас только хватает деньги на бюджетные машины. Теперь у казахстанцев появится возможность растаможить иностранные автомобили. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить для этой категории утиль сбор и первичную регистрацию максимум до 200-250 тысяч тенге. Но только в разовом порядке и только на машины, ввезенные до 1 сентября этого года. Эта мера коснется автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку. По словам юриста Сергея Уткина, это хоть небольшая, но помощь для владельцев иностранных авто. Какая-то часть денег будет сэкономлена для этих водителей. Купить эти новые автомобили могут очень небольшое количество граждан. Всем остальным доступны только бэушные автомобили. По словам специалиста, нужно решить главную проблему – недоступность автомобилей для большей части казахстанцев. Новые стоят дорого, подержанные слишком старые и часто ломаются. Общественники просят снизить стоимость утильсбора и растаможки для относительно новых автомобилей и таким образом обеспечить казахстанцев средствами передвижения по нашей огромной стране. Настя Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».